Всем привет, это Мир глазами охотника, я Сергей, как всегда. Вот такая у нас зима наконец-то наступила, несколько дней шел снег. Многие спрашивают, ждут охоты на куницу, но пока у меня не получается капканы выставить. У меня машина в ремонте, но я все-таки надеюсь, что выставить получится капканы хотя бы на месяцок. Отличная была охота, два выстрела у меня, два зайца, супер показатель. Но обо всем по порядку. В этом месяце какая-то невезуха началась. И первый раз мы поехали на охоту, в общем-то, втроем. Ночью шел дождь, все следы замыло. Собаки бегали, но ничего им не удавалось причуять, поднять. Ходили мы, в общем-то, как-то без результатов. Димон поднял зайца, ему было неудобно стрелять. Собаки его дружно схватили. Я по лесной дороге начал перебегать вдоль гона. Блин. Блин, не дошел буквально 20-30 метров. Он перескочил тут. Чива, молодец, молодец, Чива, молодец. Все, хватит. Все, Лайма, фу. Иди ко мне. Лайма! Иди сюда! В общем-то, я немножко не добежал до выстрела, буквально метров 20. Заяц прошел. Собаки за ним. Ну и, наверное, они на полдня и ушли. Большую часть охоты той мы ходили и искали собак. На следующий выезд... Мы с утра не получилось у нас выехать. Погодка, в принципе, была хорошая, но мы так возле города, такие заезженные, захоженные угодья, искали зверя, но как-то безрезультатно. В куске травы собаки подняли лису, но она скрутила, ушла в болото. И большую часть времени мы тоже искали лайму. Грибок. Футбольный. Футбольный гриб. Фасолю, на головку. Фу, блин. Давай, на ворота. Уже под вечер буквально решили проведать местечко такое, где, в принципе, в этом году еще не ходили. Ну и как результат уже по пути домой. Лайма начинает работать потихоньку, потом слышно подымает зайца, переходит на гон, и он прямо на Димона выскакивает. Димон с одного выстрела его берет. Даже с первого выстрела. Он сюда на меня бежал. Так бежал. Вот так бежал. Он где-то она его тут подняла, и он сюда вот так на свой канал. Сюда подписывается. Ну, хороший зайчик. Хорош. С полем. Наконец-то. Поздравляю. Вымучил. Молодец, Лайма. Я думал, она по лесе, я вижу, тут на броды лесы. Много, думаю.
по лесе, наверное, где-то тявкает. Тяв-тяв-тяв-тяв. Запищал, я думаю. Думаю, лесу, блядь. Вообще вижу заяц, нихера себе мелькает. Он вдоль канавы так шел. Тихо-тихо-тихо. Я думаю, сейчас туда в канаву, в болото, блядь. Уже можно было стрелять. Я думал, он на деревню уже пойдет. И он так тихо поворачивает и прямо на меня, ну, поворачивает и прямо в лоб бегит. Лобовой. Далеко стрелял, не? Не, метров 15. Метров. Я уже подпускал. Метра его. 2. Ну, вот так, в принципе, мы развенчали проклятие. Димон развенчал проклятие. И уже буквально через пару дней мы отправились на охоту с Владом и с Васей. С самого утра в первое место мы заехали, ну, тоже недалеко от города. Зайца следов было много, но и охотников там было много. Был очень сильный ветер, мы даже с самого утра подумывали на то, чтобы не ехать на охоту, но все-таки решили поехать. Ну, мы походим хотя бы чуть-чуть. Первое место, следов было много, но мы заехали, уже два охотника ходило. Потом уезжали, еще один охотник ходил. Решили поехать под дальние кордоны нашего района, так сказать. Ну и высадились недалеко, буквально от асфальта, в принципе. Полоса таки такого лозняка вдоль поля. Влад пошел внутрь лозы, я пошел по краю. В общем, иду и как бы прячусь спиной от ветра, отправляю чиву в корчи и спиной слышу, что что-то шорхнуло. Оборачиваюсь, вижу, заяц уже убегает. Я вскидываю ружье. Отлично. А где он лежал? На краю вот тут. Блин, предохранитель сразу не снял, я бы быстрее в него выстрелил. Ну что, хороший вот такой вот зайчик. Шел, у меня было ружье не снято с предохранителя, я немножко замельтешил с предохранителем. Ну и благо заяц, он выскочил на чистое поле и пошел налево, и боковым я уже, сняв с предохранителя, стрельнул. Ну, замельтешил там на секундочку, но выстрел был красивый, хороший. Мне понравилось. Немножко возле добычи собаки погрызлись. Мы их разняли. Но это ектерьер, он характерный, не дает подпускать к добыче. Но и Берта тоже как бы не пальцем деланная, потому что поэтому чиву на место быстро поставила. Ну, уже я пошел в корче, Влад пошел по краю. Иду, слышу два выстрела. То же самое, примерно как у меня история. Влад шел, но видно, заяц чуть подальше от него поднялся. И он его заметил так поздновато. И уже на пределе сделал два выстрела. Ну, заяц благополучно пошел. Ну, мы решили так вдоль этих корчей потихонечку продвигаться. Увидели возле фермы неплохие кустики. Кстати сказать, я там никогда не охотился. И Влад тоже, и Вася никогда там не охотился. Это была больше разведывательная операция. Видим неплохой корч, решаем его обойти с двух сторон. И через лозу я вижу, что Берта сиганула вперед. Ну и там же вижу, что она подняла зайца. Непонятно, откуда он, конечно, поднялся, но собака подняла зайца. Я думаю, ринусь на перерез, выскакиваю из кустов. Вижу, что заяц прямо на меня летит. Давай, давай, поищи, поищи. Поищи.
это выстрел. Фу, 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 фу. Фу. Нельзя. Такой же. Ну, в общем-то, шансов у него особо не было. Скинулся, выстрелил. Уже зацепил я двух зайцев себе за плечи и понес. Тяжеловато было ходить, конечно, с ними двумя. Походили мы так за деревней, вдоль там одной деревни. По корчам следа было очень много, но больше мы зайца там и не подняли. Потом решили переехать. В этом месте мы уже в этом году охотились. Подняли там с Димоном 3 зайца, одного взяли. Идем, в общем, по этой заброшенной деревне. Слышу, Вася кричит: держи. И выстрел сразу же. Вася поднял зайца, но выстрелить ему не удалось. И он вылетел прямо на Влада. Влад его с одного выстрела добыл. С полем его, как говорится. Дальше, в принципе, охота была такой. Мы все разделились, разбрелись. Я ходил, как бы и следы были, но поднять ничего не удавалось особо. Мне. А вот Влад поднимал, двух зайцев он поднял, но ни одного не добыл. Ну, охота была замечательная. Добыл 10-го юбилейного и 11-го даже зайчика. Красивые выстрелы, красивая охота. Отлично походили. Погодка, правда, была такая ветреная, но ничего. Так что, спасибо всем за просмотр. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Встретимся в угоде.